пополнился список криптовалют-миллионеров. Капитализация рынка 7 различных криптовалют перевалила за миллиард. К концу мая к ним могут добавиться новые. За последние несколько недель рынок криптовалют значительно расширился. Раньше можно было прогнозировать, что только биткоин способен достичь этой планки. Теперь к нему прибавились эфириум и лайткоин, а также Ripple, New Economy Movement и Dash.